Ну что, давайте порыбачим. Всем привет, дорогие друзья! Иногда во время съемки видео вам нужно снять что-то, что находится за каким-нибудь препятствием. Скажем, перед вами стоят люди, или перед вами забор, и вам нужно снять то, что находится за этим забором. Может быть, вы снимаете какое-нибудь спортивное мероприятие, скажем, соревнование скейтбордистов. В общем, перед вами какое-то препятствие, или вам нужно снять что-то на определенной высоте, и вам в этом поможет видеокран «Удочка». Название будет здесь указано. Ну и давайте я расскажу и покажу эту удочку, этот видеокран. Видеокран состоит из трех трубок. Диаметр трубки примерно 2 сантиметра. Длина каждой секции 50 сантиметров. И в мешочке у нас находятся остальные части этой удочки. Вот такая вот ручка с зажимами. Здесь вот, да? И вот такая вот еще штука. Здесь у нас крепится экшн-камера или другой какой-нибудь, может быть, фотоаппарат легкий, не тяжелый, да? Тоже с зажимами. Так, также в комплекте, сейчас, секунду, я вам покажу. Есть также у нас такие вот шнурки. Так, запутано у меня тут все. Секунду, разберемся. В общем, один коротенький шнурок, другой подлиннее. Также есть такая вот резинка. Да? Вот. Ну, тут такие вот штуки. В общем, да? Ну, давайте я соберу этот кран. Вот так выглядит видеокран в собранном состоянии. Кран может состоять не только с трех секций, но и с двух. Для этого у нас есть шнурок покороче. Все так же собираем, просто у нас получается примерно вот такая вот длина. Но давайте посмотрим несколько кадров, которые я снял с помощью этого видеокрана. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Кто не подписался, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч!